Пока организаторы проверяют работу лодок, спортсмены облачаются в специальное снаряжение. Через несколько минут здесь начнутся соревнования по водомоторному спорту за кубок городского округа. Атмосфера на пристани самая дружелюбная. Удовольствие получили? Да. Особенно от 38-й. А теперь шашлык, да? Короткий инструктаж, и 10 спортсменов по очереди садятся в лодки. Задача – обогнуть препятствия на воде и вернуться к причалу за максимально короткое время. Причем сделать это нужно дважды. Сначала на лодке с мощностью 60 лошадиных сил, ПР-4, а потом на ПР-3, которая в два раза быстрее. Сами болиды похожи на сочетание спорткара и ракеты. Это лодки, вот как вы можете увидеть, с резиновыми бортами, с пластиковым днищем. Они разделяются по мощности мотора. Выжать педаль в пол для победы недостаточно. Пилот должен хорошо знать акваторию трассы, предугадывать движение волн и правильно их преодолевать. Выдержка и хороший глазомер – главные качества водомоторного спортсмена. А таких в Химках немало. Спортсмены у нас очень серьезные. Значит, в 23-м году у нас 3 чемпиона России. Чемпионаты мира по известным причинам не проводились. Вот. А 3 чемпиона России у нас. Вот. Что касается детского спорта, стоит очередь. Вот. Честно говоря, стоит очередь. Вот. Из детей, которых я не могу принять по той причине, что у меня их и так 35 человек. Соревнования проходили в рамках программы «Химки. Успех в единстве поколений» и были приурочены к покорению Северного полюса. 47 лет назад экипаж советского ледокола «Арктика» спустился с корабля на лед вечной мерзлоты. Короткий, но содержательный рассказ о подвиге советских полярников и стал увлекательным завершением соревнований. Сервер Бекмамбетов, Дмитрий Бочаров, новости «Химки ТВ».